прямо рядом с крылом Лувра и Жанной д'Арк находится вход в парк Тюльри. Есть рядом станция метро Тюльри. Вот от этой метро станции я захожу в парк и хочу показать парк аттракционов, который работает каждое лето здесь, а также зимой, когда здесь идет рождественская ярмарка. Здесь тоже можно увидеть парк с аттракционами, но больше зимняя тематика. Сейчас лето, есть чертовое колесо, если кому нужна смотровая площадка на Париж, еще одна. Ну и я покажу быстренько этот парк. В советские времена, когда приезжал парк, чешский парк, его называли Лунапарк. Ну вот такой французский Лунапарк у нас есть в парке Тюльри. Прямо рядом примыкает к Лувру. Две линии метро здесь проходят. Сейчас я вышла с парк Тюльри, первая линия метро. Ну, в конце парка есть еще станция Конкорд. На Конкорде есть три линии метро. Первая, восьмая, двенадцатая. Я пройду через этот парк площади Конкорд. Сейчас день, еще не так много людей. Многие поуезжали на отдых. Ну, зато легче снимать. Много ресторанов, закусочных есть. Опять же, я показываю чертовое колесо. Как вариант обозрения Парижа. Одни заходят, другие выходят. И колесо движется дальше. Для детей есть машинки. Разные аттракционы для мелких. Классические детские аттракционы, стрелялки разные, с пистолетами, с ружьями. Ну, то, что есть обычно во всех парках. Напитки. Карусели, лошадки, мороженое, напитки везде есть. Для малышни разные игрушки выигрывать. Французский перекусончик классический, шашлычок, сосиски, детские лодочки, которые плавают. Разные игры по выигрыванию.
Вот люди, товарищи меняются местами, одни уходят, другие меняют, садятся. При том, когда одни меняются, вторые висят наверху. Загрузили новую партию, и она улетела наверх. Прямо после парка с аттракционами мы выходим на площадь Конкорд. Здание, которое сейчас виднеется на углу, это новый музей, который открыли в 2021 году. Отель «Де Марин», музей морского флота. Есть морской музей на Тракадеро, он сейчас под ремонтом стоит. А здесь было Министерство морского флота. Оно переехало в другое здание. Министерство съехало. И здесь открыли красивейший музей. Очень рекомендую этот музей. Один из красивейших в Париже. Ну, а рядом метро. Так, если вы хотите попасть в парк, выходите здесь, на площади Конкорд, или Плас Тюльри, если хотите в музей, Плас де Конкорд.